что я сегодня увидел здесь, меня очень впечатлило, потому что, по сути дела, здесь работают представители всех районов и городов нашей славной республики Дагестан. Здесь и мужчины, здесь и женщины добровольно приезжают, работают, сажают деревья. То, что может делается, это действительно порыв народа дагестанского. И это очень нужно для людей, нужно для республики, нужно для махачкалинцев. Здесь люди будут отдыхать, встречаться, общаться, приобщаться к религии. Это очень в духовном плане великое дело. Поэтому я всем в этот день хочу пожелать бараката, здоровья.